потрясающе аппетитная, ароматная и действительно очень вкусная икра грибная из опят в домашних условиях, отличная идея для заготовки на зиму, такая закуска точно не оставит вас равнодушными. В следующих шагах я подробно расскажу, как приготовить укру грибную из опят. В этом году грибов в лесах полно, поэтому рецепт будет весьма актуален для тех, кто не поленился набрать грибов или же просто купил их. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Растительное масло 4 столовые ложки для жарки. Грибы 3 килограмма. Луковица 1-2 штук. Чеснок 2-4 зубчиков. Соль 1 по вкусу. Перец 1 по вкусу. Винный уксус 2 столовые ложки. Количество порций 4-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Люблю вас, друзья, жду снова.